Люся пришла к Степке. Люся. Что? Ну, папа не трогает. Не трогает. Он его не берет на руки, чтобы она не ревновала. Не надо, не надо. Ты видишь, она откидывает твою руку. Не надо к нему. Сама, сама, сама. Папина рука у тебя. У тебя. Надо, чтобы она понимала, что он не конкурент ей. Ты видишь, и так как волнуется. Не надо, да? Отталкивает. Отталкивает. Не надо, не потягивай, скажи, к нему руки. Она тогда все будет нормально, понимаешь? Если она не будет чувствовать. Люся. Не будет чувствовать, что он конкурент. Папа не берет, ну и ты его не выкидывай. Что ты меня отпихиваешь? Я тоже не должна? Ты все должна забрать? Что, не снимать? Это я принесла, да? Ты чувствуешь, что я принесла? Нюхай. Пусть поговорят. Даже им есть о чем поговорить. Ну, не надо ему на голову. Люся. Смотри, как она нервничает. Нервничает, Саша, тебя все любят. Да. Да. Чего ты меня кусаешь? Ну, принесла я его, что же его? Бросить теперь, что ли? Ладя, а ты отсядь подальше от него. Если я сяду возле него, либо она сама. Давай. Смотри, как она его там за ручки берет. Тебе этот шарф нужен? Нет, скажи, просто отнеси, куда, где взяла. Шарф дома оставь. Люсь, не нужно. Я не папа. Меня ты будешь ревновать меньше. Мама, мама. Мама, мама. Это она меня зовет. Мама. Мама. Ты должна ему маму заменить. Что? Не ревнуй. Мама. Твой, твой, он твой. Он твой. Братик. Он не папин и не мамин. Он твой. Смотри, как ручки. Люсь, ты не там ищешь. У Степки надо искать. Это же папа. Не смейся и не разговаривай. Степка такой. Люсь. Это она сразу повзрослела, да, стала. Ты Степке новую игрушку дала? Да. Или ты хочешь, чтобы мы заменили этой обезьяной? Что, типа, у нас есть куча обезьян, Степка не нужен? А мне кажется, Степка успокаивается, когда она рядом, да. Вот и разговаривает, понимаешь? Он-то привык к стае. За ручку его. Класс. Приняла ее. Его, да, мне кажется, что она его. Ручку ей, да? Пальчики. Ему. Пальчики у Степки, да? Пальчики у Степы.
Носик у Степы. Ты посмотри, да? Люська, мамочка. Ты понимаешь, да, что это Бятик? Запах. Это ж его, ее игрушка. Игрушка-то ее, но она не игрушку, посмотри, она его за пальчики. Но Степка сейчас на ее игрушке будет ей пахнуть. Я думаю, что она, что она все равно помнит запах матери. Мне кажется, она... На генетическом уровне. Что твой, 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 твой. Мама, мама, ты мама. Ты посмотри, что делается. С ума сойти. Мама, ты мама, мама. Люська стала мамой. И он совсем как затих. Есть кому присматривать. Даже не надо мне присматривать. Смотри, ко мне даже не идет. Вообще не, она не хочет, чтобы ты подходил, понимаешь? Мне кажется, что она как бы показывает нам, что это ее. Чтобы мы не брали. Чтобы мы не претендовали. Ты посмотри, я только руку, ты посмотри. Она сзади мама. Оббежала. Мама. Мапа. Ты молодец, Люся. Ты хорошая. Ты мама. Интересно, если его посадить на нее. Мама. Мама. Очень важно, чтобы она с самого начала не воспринимала Степку как конкурента. По-моему, уже полюбила ее. Ну, Люся главная. Да, Люся главная. Степка зовет тебя. Что, твой Степка? Твой Степа? Я рядом посижу. Можно? Нет. Нет, нет, ей. Все, да. Иди ко мне. Нет, папа, ты что, не видишь? Скажи, как я могу к тебе ходить играться, если тут такая сумасшедшая ответственность? Она аж глаза закрывает. Вот у нее глаза такие, знаешь, стали вот она скосы, глянь, как у лисы. Что? 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 Ты вся мечешься? Что? Папа, убери руку. Убери, убери. Лючка, у него там и перебирать нечего.